Начнем с того, какую фатальную ошибку совершил Фиолетовый. Фиолетовый, несмотря на свой острый ум, был очень невнимателен и забыл свое устройство, что привело к мутации красного имени желтого. Из-за этой ошибки они и проиграли. Возможно, не забыв он свое устройство, банально сюжета и не было. И тогда они с розовым смогли бы выиграть. Скорее всего, следующим их шагом было бы отправиться на полюс, где они встретят Фортигрина. Кстати, фиолетовый смог пробить железную дверь. В данной ситуации произошло кораблекрушение, и нужно было срочно что-то придумать, чтобы спастись. Фиолетовый, не забывая о розовом, решается искать свое спасение. Показав, что может заботиться о своих товарищах, смог быстро сообразить, что холодильник сможет спасти от взрыва. Согласитесь, что не каждый о таком сможет догадаться, при условии, что нужно срочно что-то придумать. Вы тоже это заметили. Фиолетовый может видеть призраков только членов экипажа. А все из-за того, что ему досталась только половина фрагмента. Задавались ли вы вопросом, зачем предатели убивают? Посмотрим на этот момент, когда Лайм спросил, зачем Фиолетовый его убил. На что Фиолетовый ответил, не убив он Лайма, тот бы нажал кнопку репорта. Скорее всего, когда-то еще давно мирные встретились с предателями и попросту испугались их. Из-за чего начали их истреблять, а на это предатели дали ответный отпор. Теперь же, предатели сами того не понимая, убивают их, потому что им так сказали. Хотя у предателей есть позитивные чувства к мирным, которые хоть как-то нормально к ним относились. Например, Фиолетовый и Лайм или Форд и Серый. Оба они относятся к мирным исключительно Лайм и Серый, не как к объекту для убийства, а чуть более адекватнее. Если не думать, что Фиолетовый убил Лайма, а разговаривает с его призраком. Хотя, по идее, Фиолетовый мог бы просто игнорировать Лайма. Но нет, ему нужно сказать, что они друзья, даже если он мертв. Кстати, после этого Фиолетовый придумывает новый план. Кстати, вы заметили, что они разговаривали в космосе. Но это можно объяснить тем, что это другая вселенная. А здесь Фиолетовый уже придумал, как спасти розового, опять же показав, что может быстро думать. Поняв, что ему сильно мешают призраки, он придумал какой-то план, о котором нам рассказали мало. А тут Фиолетовый смог заставить работать розового, явно зная о его слабостях. Part 2.